как же легко-то, а? Как легко! Какой же потрясающий для Химок рикошет! Какой важный! Не берущийся удар! Ну, что сказать, Гаглоев, еще раз, он имел право упасть, вопросов нет. И разбегается Гаглоев! Ах, какой хитрец этот Александр Гаглоев! Это он изобрел хитрости футбольные, судя по всему. 2-0! Ликуют Челны, Александр Гаглоев. Ведь рисковал Гаглоев. Обожают его местные, конечно. К 25-й минуте матч с Енисеем Макаронко забил 2 мяча. После матча признался в интервью пресс-службе, что... Продолжим чуть позже. Прострел и удар в ближний. 1-0 Арсенал. 12-я минута. Хабибов. Как же легко-то, а? Как легко. И без Джонатана обошлись. Куда подача в штрафную. Здесь Крещенко очень спокойно на втором этаже. Добивание из глубины. Рикошет! Хасонов. 2-0. Какой же потрясающий для Химок рикошет. Ну, лучше, конечно, повтор с обратной точки, с боковой линии посмотреть, но, тем не менее, передача в позицию левого крайнего, подача, выбит мяч, Крещенко подбирает мяч, Хасонов бьет в касание, а мяч-то попал в итоге даже не в Яковлева, а в Уэсли Ната. Нет, конечно, попал в игрока Родина. Никакого офсайда. Нет, здесь это об этом гол. Даже думать не нужно, попал в чужого футболиста Хасонов, просто... Я повторюсь, рикошет потрясающий, потому что с моей позиции было видно, как мяч вильнул вообще в другую сторону и просто не успел Алексей Градовой переложиться, переместиться, хотя очень он хотел достать. Напомню хронологию событий. В прошлом сезоне Станислав Антипин заходил как основной голкипер. Дмитрий Ребров должен был быть вторым, Евгений стал... Ой-ой-ой-ой-ой! 1-0, Енисей выходит вперед, между тем пушечный удар Егора Иванова, ну и вот... Не такие многочисленные аплодисменты, да, далеко до аншлага сегодня, но приветствует Егор даже тех, кто пришел сегодня, естественно. Енисей играет для болельщиков, как и любая другая команда, но и этот гол не может не порадовать болельщиков с эстетской точки зрения, так точно. Дарью Супова! 1-0! Динамо выходит вперед! Шикарный удар Залимхана Юсупова и его первый мяч в этом сезоне. И какой важный, не берущийся удар. Великолепное исполнение. И это в хит-парад радуется скамейка запасных махачкалинского «Динамо».